Это успешная группа. И мы хотим рассказать вам небольшую, но очень интересную историю. Цок-цок, у него появилась она. Цок-цок, у пацаны нет пацана. Цок-цок, был своим в доску пацаном, но теперь бубру под каблуком. Цок-цок. Нашего героя зовут, ну, допустим, Иван. Душа компании, везде свой в доску пацан. Выручит в любую минуту, поможет везде. Настоящий друг, а таким могут быть не только лишь все. Ему позвони и скажи, тут проблемы, братаны. Вот одна нога здесь, а другая там. Вот такой пацан Иван. Были мечты, цели, перспективы. И однажды он встретил Таню. Она была очень красивая. Ваня с Таней встречаться стали. Ваня все реже с пацанами. И даже забывать о них стал местами. Теперь, когда Ванька зовешь на мутку, он начинает отпекиваться, а позже вообще перестал брать трубку. Погрустнел Ванек, стал тощим, бледным до испуга, но говорил, что все хорошо, отводя глаза в левый нижний угол. Погубила Таня Ваню за короткий срок. Теперь Ваня под каблуком. Цок-цок. Цок-цок, у него появилась она. Цок-цок, был пацан, но нет пацана. Цок-цок, был своим в доску пацаном, но теперь бубру под каблуком. Цок-цок, цок-цок, у него появилась она. Цок-цок, был пацан и нет пацана. Цок-цок, был своим в доску пацаном, но теперь бубру под каблуком. Цок-цок. Танюша требует к себе кучу внимания. Танюша любительница ежедневных свиданий. Иван готов выполнить любое желание, но нету времени увидеться с друзьями. Тратит все бабло, новое платье, а после в кино. Затем ты купишь шубу, путевку, авто. Зачем оно надо тебе, братан, оглянись, вокруг пополно. А Таня, та еще сука, имеет сотни подруг и лучшего друга. И всей этой кучи отдыхают в клубах. Горы не мыты, посуды, срач посуду. В инете проводит сутки на цитаты, пуская слюни. Без обид, братан, по-моему, она того не стоит. Пора бы расправить крылья. Ее не слушай, принимай решение сам. Либо забей, либо в руки веревку и мыло. Цок-цок, у него появилась она. Цок-цок, был пацан, но нет пацана. Цок-цок, был своим в доску пацаном, но теперь бубру под каблуком. Цок-цок. Цок-цок, у него появилась она. Цок-цок, был пацан и нет пацана. Цок-цок, был своим в доску пацаном, но теперь бубру под каблуком. Цок-цок. Спасибо всем, кто посмотрел наш новый клип. И да, наконец-таки мы сделали это в полном составе успешной группы. Мы очень надеемся, что вам понравилось. И если это так, то поставьте этому клипу палец вверх и поделитесь им в социальные сети. А спонсором показа является магазин Maximum Discount, где при покупке вот таких вот наушников вы получаете в подарок Monster Beats Tour, колонку Beatbox, MP3 Player и нож кредит. А также заходите в группу Maximum Discount, там проводится отличный конкурс. И да, в обязательном порядке подписывайтесь на канал наших актеров, канал Дима и Антона и канал Маши Вэй. Ссылки будут в описании. А также, если вы прямо сейчас нажмете вот на мое лицо, мышку тапчик, то вы посмотрите очень смешной бэкстейдж со съемок этого клипа. Ссылка также будет в описании. Давайте, нажимайте, смотрите, подписывайтесь на канал, ребят. Удачи!